предприятия «Чувашия» презентовали сегодня свои проекты представителям «Росатома». Корпорация по атомной энергии проявляет большой интерес к промышленному комплексу республики. Встреча прошла в столичном офисе компании АБС «Электро». С подробностями из Москвы мой коллега Дмитрий Ковалев. В одном месте собрать всех участников электротехнического кластера республики, ну, полезно и моим коллегам послушать, соответственно, мне точно так же послушать. И из этого, я думаю, мы можем выстроить какие-то долгосрочные взаимные отношения, эффективные отношения. Безусловно, предприятия Республики Чувашия – это предприятия, которые известны, ну, в стране уж это точно, с точки зрения производства электротехники. Но я думаю, что и в мире тоже к вам приглядываются, как вы идете вперед. В «Росатоме» отбирают перспективные проекты, и предприятиям республики есть что предложить. Подстанции, устройства защиты от аварий, интеллектуальные приводы – все это может заинтересовать корпорацию. Ее представитель отмечает, сфера атомной энергетики нуждается в импортозамещающих проектах. Поставки из-за рубежа постепенно сокращаются. Мы за то, чтобы создавать, может быть, вместе новые продукты. У нас есть задача по цифровым подстанциям точно так же. У нас есть задача по крое. У нас есть задачи по созданию определенных видов оборудования. Может быть, даже нам проще отказаться от каких-то наших проектов, потому что у вас уже все есть, и каким-то образом сформировать партнерские отношения с вами для того, чтобы быстрее на рынке получить уже конкурентоспособные продукты. Как я говорил, начинать проходить аттестацию для выхода на зарубежные рынки, потому что для нас и эта задача является очень важной. Для нужд атомной отрасли предприятия республики разрабатывают инноваторские проекты. Интерес к ним начал повышаться, и в перспективе еще больше заводов Чувашии могут стать постоянными поставщиками «Росатома». Сейчас немалую долю в этой сфере занимают предприятия Чебоксарского электрокластера. Торговый бренд продуктов нашего предприятия – это «Ритом», релейный томограф. Если провести аналогию с медициной, томограф анализирует состояние организма с точки зрения обнаружения своевременно болезни. То же самое делает релейный томограф. В результате диагностики определяет состояние оборудования. Вся наша продукция это сертифицирована, внесена в реестр средств метрологии. С корпорацией «Росатом» республика сотрудничает тесно. 7 лет назад подписано соглашение о партнерстве, и оно реализуется весьма успешно. Наши производители производят качественную конкурентоспособную продукцию, которая в перспективе может продаваться на экспорт. Это очень важно. По заказам, если взять, выигрывая конкурсы, наши предприятия вошли в «Росатом», в организации «Росатома», их там сотни, по сути дела, и получают государственные, можно сказать, гарантированные заказы. В-третьих, почему мы развиваем электротехнический кластер? Мы говорили, нам нечего распиливать, газа нет, нефти нет. Наша задача – вклады и инвестиции молодых людей, получать новый продукт, высокотехнологичный продукт с учетом производительности труда, чтобы был достойный уровень заработной платы. В «Росатоме» отмечают, у предприятий республики колоссальный потенциал. Представленные проекты рассмотрит экспертная группа. А в ближайшее время специалисты корпорации посетят Чувашию с рабочим визитом, чтобы ознакомиться на месте с производством и выпускаемой продукцией. Дмитрий Ковалев, Андрей Спиридонов, Республика, из Москвы.